Лайк ставь и подписывайся на мой канал. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Стас. И сегодня я наконец-то расскажу вам, что же установлено на моем айфоне. Как вы знаете, ну, кто давно следит за моим каналом, раньше у меня был вот такой вот ветеранистый iPhone 4s, которому уже 5 лет, и настало время его сменить. Часть приложений приехала в мой новый телефон, это iPhone 6s на 64 гигабайта. iPhone 4s был на 16 гигабайт. Экран будет вот здесь, моего телефона, и так что давайте начнем. У меня, как вы можете видеть, 4 стола. Как вы заметили, папочки я иногда люблю, поэтому тоже их создаю. На первом экране у нас все стандартно. Это сообщение, календарь, заметки, часы, iTunes, от Instagram. Кто, кстати, не знает, какой у меня Instagram, можете подписываться. Здесь выходят клевые фотки. Вот, например, вот такая. Так что я не понимаю, с чем вы вообще не подписались на мой Instagram. Например, WhatsApp. WhatsApp тоже часто пользуюсь. Медуза, кстати, кто не знает, это такое приложение, где новости. Причем такие, как бы, ну, не желтая пресса, а такие очень хорошие новости, которые более-менее правдивые, на которые можно полагаться. Здесь же есть всякие истории. Про Турцию, то, что там недавно было. Так что тоже скачивайте себе, тоже очень хорошее приложение, рекомендую. Музыка. Это обычная Apple музыка, я ей пользуюсь. Что-то у меня мало моей музыки, у меня же было больше. Что-то Apple музыка меня вообще расстраивает. Почему у меня здесь всего 3 альбома, если у меня намного больше было музыки? У меня еще был Майкл Джексон, ну ладно. Melody Player, кто не знает, это чтобы прослушивать музыку из ВК бесплатно. Какахи вот здесь. Клевый альбом Какахи. Очень клевое тоже приложение. Flipboard — это тоже новости. Как вы видите, это все на первом экране, потому что я там этим достаточно часто пользуюсь. Например, тоже новости, кто не знает, тоже пользуйтесь. Telegram. Приложение «Победитель» — это было на 9 мая. Яндекс сделал. Это про Великую Отечественную войну 1941-45 года. Это интерактивная вот такая вот штука, где вы можете все это смотреть. Тоже очень клево. Я могу сейчас закрыть. Air Music — это тоже какая-то штука для прослушивания музыки из ВКонтакта. Я иногда просто рекламу поехал. Иногда просто скачиваю и потом смотрю и понимаю, что это вообще такое, с чем мне это надо. Уходи. Pokemon Go. Ну как же без них, кто еще не играл в покемонов? Я еще не вышел в России. Я вчера мучился и наконец-то установил ее. И смотрите, вот могу показать моих покемонок. Покемонов, у меня всего 2 покемона. Вот так, этот покемон мне вообще очень нравится, он такой типа, он похож, блин, он так руками прикольно делает, это вообще, вот это клевый покемон. Вот этого покемона мы одобряем, и вот этот покемон у меня был дома, это какой-то странный зеленый покемон, похож сзади на луковицу. Тоже клевый покемон. Итак, переходим ко второму рабочему столу, не пугайтесь обилием папок, я буду рассказывать про все так, то, что я этим, ну, большинством не пользуюсь. Кроме, конечно, папки фотографии. Это вообще моя, наверное, основная папка. Здесь все приложения, которыми я редактирую фотографии. Первое приложение — это, если вы хотите на фотографию набросать качество погоды, я не понимаю, с чем это надо. Snapseed — это вообще основная штука для редактирования фотографий, где вы можете вообще все с ней сделать. Вот, например, коррекция, не знаю, яркость меньше, яркость больше. Вот так вот хочу, чтобы было вот так, плюс какой-нибудь, я хочу контраст на мак, насыщенность, такая насыщенность, контрастность тоже поменьше, контрастности. Вот, это вообще, я считаю, основным приложением для обработки фотографий, то есть здесь можно вот такое вот размытие сделать, насыщенность побольше размытие. Смотрите, как клёвско у нас получается фотография, я думаю, Инстаграм, 1000 лайков уже есть. Уходим отсюда. Ретушь — это замазывать что-то на фотографиях. Root, что это? А, это микропланеты создавать. Тоже очень клевое приложение. Только я им не пользуюсь. Так, фото. Давайте вот из покемошков создадим. Ух ты, мать. Как... Что это за наркомания пошла? Зачем это вообще? Кому это вообще надо так делать? Ладно, до свидули. Камера плюс... InstaSize — это, по-моему, я выйти мою фотопленку. Текстограм, я вот этой штукой уже не пользуюсь, Force Touch сейчас сработал, поэтому можно будет, в принципе, удалить. Скокам, я думаю, все знают, что это такое.
Fisheye Pro, это чтобы создавать. Fisheye Epic, это вообще самое, наверное, бесполезное приложение на всех фотографиях. Sketch, это тоже что-то удалять, что-то написать. Repost, это из Инстаграма, чтобы сделать репост. Тоже буду так быстро, значит, это видео будет идти полгода. Pitpick, NoCrop, это чтобы не обрезать фотографии, видимо, в Инстаграм раньше, когда надо было обрезать фотографии, он не обрезал их. Photoshop Fix – это программа от Adobe, которую я так и не понял, что с ней надо делать. Она вообще клевая, но ладно, до свидули тоже. Мне нет времени копаться, лучше в Snapseed зайду. Google Photo и Photo Grid – это основные. Самая обманчивая папочка – это папочка Fitness. Здесь Runtastic Pro, какая-то штука Free и Le Connect. Это когда я ходил в тренажерный зал, у нас были тренажеры вот эти вот LF. И можно было к ним подключаться. В общем, в эту папочку я захожу наименее редко, потому что я не знаю, это же так следить за своими шагами, фу, зачем это надо, зачем еще ходить надо. Финансы — это такая достаточно клевая папка, которую я достаточно часто пользуюсь. Это конвектор валют, сколько же я получаю, WebMoney и Visa. И 100 карт — это приложение, где хранятся все карты, но здесь мне, по-моему, только одна карточка «Читай города». Сообщество — это такая странная папка, потому что здесь Facebook, Foursquare, Википедия. Я не знаю, зачем Википедия есть. Swarm, иногда чекинюсь, Tumblr, Growvit и Viber. Такая. Кстати, я не рассказал, что у меня внизу находится телефон, ВК. Кстати, вот сейчас покажу, что ВК я всем отвечаю. Смотрите, ВК я отвечаю всем. И вот мой ВК, я не знаю, почему вы еще на него не подписались. Это божественное изъявление. Здесь, например, Бейонсе. Ладно, до свидули с Бейонсе, выйдем из ВК. Твиттер, кстати, почему еще на мой твиттер не подписаны? Вот тоже мой твиттер. Если такое видео идет, можно и прорекламить его. Для школы, хотя я уже не школьник, это приложение калькулятор. Это, я не знаю, все уже должны, наверное, о нем знать. Можно делать вот так. Писать, и получается вот такой вот ответ, например. Тоже очень клевое приложение. Химия. Я не знаю, но это божественное явление на всех уроках химии. Вы можете здесь ввести какую-нибудь химическую реакцию. CO2 плюс H2O. О! И он вам выдаст химическую реакцию. Также есть здесь таблица Менделеева, таблица растворимости, малярные массы, чтобы посчитать, и какие-то схемы, но... Главное, это вот эта вот страница, которая спасала меня просто, наверное, на каждом уроке химии, на каждой самостоятельной, где надо было посчитать что-то. Я такой, типа, Викилинк, я не знаю, что такое. iBooks. Ну, это, я думаю, все понимают, это книги, чтобы читать. Фотомат и Google. Переводчики — это стандартные переводчики. Google переводчик, сканировать и переводи, и говори и переводи. Я думаю, все тоже этим пользуются. Карты. Поскольку у меня есть такая особенность, я теряюсь даже на своих улицах, у меня обязательно City Maps to Go, карты Apple, Bing, кстати, Bing — это где я был, это напоминает мне о том, где же я все-таки был. И на... О, 3D можно? О, смотрите, какой приколян. Это он так вот прикольно отмечает, типа, где ты был, и можно смотреть, сколько процентов мира ты проездил. Например, Россия самая большая, поэтому можно было отметить Турция, Греция, Европа, вон та Европа, Латинская Америка. А можно как-то приближать? Никак нельзя приближать, так что до свидули. Wi-Fi Maps Pro — это показывает точки Wi-Fi, которые я тоже не пользуюсь, потому что мне лень это все делать. Тоже уходим отсюда. Вообще легче вот так вот использовать поиск Sportlight, потому что я тоже не лажу по этим папкам постоянно. Мои друзья, найти iPhone, навигатор и ToGIS, это, я думаю, все вам известно. История — это та самая ужасная папка истории, которую я просто заходил в App Store и просто скачаю, как все, что начинается с буковки И, С. Все, вот здесь у меня все есть. Это кругозор, Льпи, Романовы, Рюриковичи, история войны, живопись, плакаты, история, подготовка. Отличник, издам ЕГЭ. Отличник, кстати, это по русскому языку был. В общем, кому надо, забирайте все эти приложения, вообще самые качественные, самые клевые. Apple — это, наверное, самая бесполезная папка, потому что здесь GarageBand, iMovie, iTunes, Keynote, Number, Pages, Watch, приложение для Apple Watch и видео. Если у вас iPhone больше 16 гигабайт, а у вас он должен быть больше 16 гигабайт, иначе зачем вы его берете, вам идет в подарок пакет iLife и iWork. То есть все вот эти вот приложения будут бесплатно. Так, напомню, по-моему, одно приложение стоит 300 рублей.
Математика – это ссылки на решебники. Вы не представляете, они, наверное, до сих пор работают. Match Helper. Тоже забирайте, кому надо. Это ссылки, вот что-то, интернет. Вот, например, вот такая вот штука у кого есть. Здесь есть 10 класс и 11 класс. Господи, учу ребят списывать. Ничего, сами не понимаете, что ли? 11-классники, кому надо, вот забирайте Match Helper. Вот здесь вот все, есть все решения. Ну, как вы понимаете, все правильно. Также здесь есть ссылки на геометрию, на контрольные работы, кстати. Это вообще отменить. Клевое было раньше списывать отсюда. Утилиты – это та папка, которую я ищу обычно по Sportlight. Это контакты, калькулятор, компас, диктофон, спид-тест, фейстайм, акции. О, кстати, вот я вот это вот приложение потерял. Вы не представляете? Я его потерял, пришлось скачивать заново. Здоровье, погода, iPhone Drive, сканер Pro, подкасты, календарь и почту. Hearthstone – та игра, которую я очень давно не играл, потому что она мне очень надоела. GTA San Andreas, что уж тут говорить. О, господи, видео получается слишком долгим, так что давайте мы ускоримся. Мой МТС, это приложение, которое следит за моим МТС. У меня МТС Burger King, все знаете, Перископ. Тоже можете подписываться на мой Перископ, тот же ник, что и в Твиттере. Тоже уйдем отсюда. AliExpress, приложение от AliExpress, Shazam, Boomerang, Evernote, The Question, где вы можете задать свои вопросы или посмотреть ответы на всякие вопросы. Вот такие, например. Это очень клевая игра. Five Sword Play. Про фехтование. Очень клево, очень всем советую. Пить воду – это самая, наверное, странная папка. Эти все приложения следят за моим водным балансом в организме. Справка «Ай, понаехали» – это когда мне интересно, например, какой регион едет, например. Вот, например, 88-й какой регион, Красноярский край, все довольно рады. My Data – это следит за моими расходами интернета, которые я, например, могу вот здесь посмотреть в виджетах. Кофе – приложение, которое подскажет вам, какой кофе сделать, советы и транспорт, он тоже все знают. Кино – это те приложения, через которые бронирую билеты. Киноход, 2x2, я не знаю, что делают. Веревели и Киномакс советую. Почитать – это подслужено и Уксери. Я не знаю, что такое Уксери. Я не понимаю, зачем это приложение у меня на айфоне, я его как-то скачивал. Прочее – это всякий хлам, которым я редко пользуюсь. Приложение дня, iPassword, Game Center, бонус. Writing goods, по ссылке, экран на прокачку, обои. Смотрите, когда мне надо выбрать обои, ну я просто бешусь, я просто обсматриваю все. YouTube, я не знаю, почему вообще не подписались на мой канал. Мой канал на YouTube, вот он. Бегом, подписываемся и ставим лайки. Мы почти уже закончили. Skype, Leon Bets, не советую вам им пользоваться, потому что это ставки на спорт не очень хорошо. iCloud Drive вообще офигенная штука, когда я могу на Mac, например, скачать туда программку, и она появится у меня на iPhone. Paper Tools – это программа, которую я в Верском тоже рассказывал, где надо бросать бумажку в корзинку. Snapseed. Snapchat я им редко пользуюсь. MSGRD – это вообще клевое приложение. Ну, как клёвое. Вы и можете всякие лица себе делать, и это вообще приколян получается. Вот такие, например. Или вот это вот вообще самое лучшее лицо, я думаю, сейчас. И да, лайк ставь и подписывайся на мой канал. Лайк ставь. В общем, побаловаться, это вообще прикольно. Space. На камере осталось 2 минуты. Тоже, кстати, клевая игрушка. Working Pet. Ходите заморочиться, пожалуйста. Тут надо управлять котом. Дурак, я им не играю. Йоки. Пою в караоке, признаюсь. Поэтому приложение это здесь просто обязано. Диктатор. Вообще must have. Вообще очень клевая игрушка. Тоже пользуйтесь. FIFA 16. Ну, такое. Мне не очень понравилась игра. Призма. Ну, что тут говорит? Призма. CSA Racing. Это гоночка, где как драг рейсинг. Не знаю, как сказать, это уже очень клевое. Traffic Rider – это где вы играете на мотоцикле и обгонять всякие машины. Вообще клево. Asphalt 8 – тоже ничего не надо говорить. Maps.me – найди мне, надо перевести в карты. Plek – это, в общем, посмотрите его просторы. Последняя папка. Экран, ура! Mimpy Dreams. Что-то было бесплатное в App Store, пришлось скачать. Get Taxi ни разу не пользовался. Bazaar – очень странное приложение. И La Moda только скачал. И вот и все, ребят. Мы закончили. Ура!
товарищи. Ура, мы досмотрели. С вас, я думаю, ребят, заслужил подписку, лайки. Ставьте лайки, если ты любишь Pokemon Go. С вами был, как всегда, Стас. ЕГЭ закончилось. Ура, товарищи. Yes, можно отдыхать и, как всегда, все делать. Всех люблю, каждого из вас. Надеваем уже свой чехольчик, потому что все, хватит айфона без чехла пользоваться. Всех люблю. Пока.